В кинотеатре «Горняк» с 22 февраля можно оплачивать сеансы пушкинской картой. Работает она при покупке фильмов и мультиков российского производства. Кроме кинотеатра, карта действует в Театре кукол, Драмтеатре, Муниципальном центре культуры, Филармонии и в Магаданском краеведческом музее. Проект «Пушкинская карта» начал действовать с 1 сентября. Благодаря ему молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране.